Если ты хочешь попробовать Warface или создать новый аккаунт, то воспользуйся ссылками в описании. Боевой комплект и пулемет М60 на месяц. Оружие «Неон» и шанс бесплатно выбить самые мощные пушки ждут тебя в одном из самых популярных шутеров современности. Добро пожаловать в Warface, братишка! Компания «Не так ногта» и «Мозголом Продакшнс» представляют «Ужас на 200 патронов» или «История одной имбы». «200 патронов». Да. Теперь ты по-любому хоть раз, но попадешь. Попаду. Да, похоже, я ошибался. С почином тебя. Попаду. Хедшот. Хедшот, детка, you was unda. Да. А так вот, видел, да? Попаду и не раз. Вот увидишь, еще не раз попаду. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Маркет и Капитан Очевидность. Играем в прекрасную игру Warface. В руках у нас еще более прекрасная, чем сама игра, пулемет. Вогнуто. 249 пара. Ха-ха-ха, да. Вогнуто 249. Красавчик Ракутагин, да. Как былые времена. Да. Зажал скилл показал. Эх, здорово было, согласен. Вообще была бомба была. И Евгений сюда, кстати, делится с нами охренительным анекдотом. Анекдот такой. Падре, до свадьбы я спал со своей невестой по 25 раз в день. Скажите, это грех? Да, сын мой, пиздёж, страшный грех. Да, есть такое. А бывают люди честные в этом плане? Вон, например, Кэп, он... Когда заходит разговор о сексе, там, ну, обсуждает что-то, он никогда даже не называет это сексом. Он так и говорит. Минута славы. Иди-ка ты нахер! Да ты сам так говорил, не отмазывайся. Да. Так вот, на чем мы остановились, друзья? Блин, Ильяс, красава, Ильяс, уважаю, молодец, нагнул старого рака. Долбанные крысы, как они задолбали. Полностью согласен с вами, товарищ. А этот куст вообще надо выпилить с карты. Причем давным-давно уже пора. М249 пара. Многие и не знают, кто позже стал играть в Warface, а многие забыли, когда эту пушку только ввели, причем ввели ее сразу на основные серверы. Ее ввели с такими ТТХ, что все охренели. Представьте себе, минимальный урон почти такой же, как изначальный. То есть урон на дистанции почти не падает. Даже люди с колесами просто завыли. Завыли. Пушка, которая ваншотит в голову на любой дистанции. Пушка, которая сносит людей в любой броне. С 4-5 попаданий на любой дистанции. Это было просто самое совершенное оружие Warface. Колесо рядом не стояло, просто курило в сторонке, боясь подойти. 200 патронов. Распил сумасшедший и в голову, и в тело. Никакие береты нынешние даже рядом не стоят с тем, чем была пара. Это был абсолютный дисбаланс мультикил. Жалко. Вот! Да блин, поздно. Это абсолютное оружие было. Просто вообще нереально было против него играть. Если ты хочешь победить опытного штурмовика с парой, то тебе нужна пара. И никак иначе. Потом ее, правда, фиксанули, но еще долгое время, ввиду отсутствия конкурентов среди штурмовых винтовок и крутой брони, которая позже появилась, пара оставалась очень классной пушкой. И ее любили многие. В каждом паблике, в каждой катке. Этот пулемет постоянно мелькал в киллбаре. Он постоянно везде и всюду был. И я
выбил его на всех трех серверах. И на всех трех серверах набил с него 10 тысяч, а тогда это было максимум. А сколько всего я убил из него противников, я даже боюсь представить. Это легенда, и легенда очень классная, душевная, офигенная и интересная. Но ее времена прошли. Прошли, и тем не менее, мне все еще приятно с ней играть. Да, это не так легко, но помнится, месяца два назад на стриме я с ней даже комбо-убийство сделал. Требует некоторого привыкания, и потом идет качественный нагиб. Так? Блин, Рокутагин, я аж прослезился. Да, я тоже. Эта пушка навсегда в моем сердце. Эта пушка — это история. Уже история. Выбивать ее сегодня, конечно, не стоит. Она уступает всем современным лучшим топовым штурмовым винтовкам, да и на ПВЕ-то, по сути, не особо нужна. Даже золотая пара, ну, ее еще выбить надо. Поэтому я думаю, что овчинка выделки не стоит по-любому. Но для коллекции можно. В любом случае, лично для меня, этот пулемет всегда останется как самое страшное оружие Warface. И я рад, что я застал те самые времена и отлично с ним понагибал. А если видео вам понравилось, то ставьте лайки по желанию, яйки чешите обязательно. Без этого, ребятки, ну просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Нагиб.